Где бабабы вышли на склон, жил на поляне розовый слон. Может, и был он чуточку сер, обувь носил он супер размер. Но наступили дни перемен, хитрый охотник взял его в плен. И в зоопарке пасмурным днем стал он обычным серым слоном. Мы живем в антропоцентрическом мире, где главной ценностью считается человек, а все остальные обитатели планеты рассматриваются только с точки зрения пользы для людей. Живя по принципу хлеба и зрелищ, человек давно приучился эксплуатировать и убивать животных не только ради еды и одежды, но и для развлечений. Одно из самых популярных зрелищ – цирк с животными, в любви к которому мы воспитаны с детства. Поэтому большинство людей никогда не задумывались об истоках этой традиции. Между тем, современные цирки с животными уходят корнями в Древний Рим. Первые представления с дикими животными и профессии дрессировщика зародились на аренах театра смерти Колизея, где животных стравливали друг с другом или с подневольными рабами-гладиаторами. Тигры, львы, медведи, слоны, жирафы и быки затравливались на потеху зрителям тысячами. Мрачные лифты Колизея работали бесперебойно, ввозя на арену живых животных, а вечером вывозя их трупы. А рукоплескающая толпа неистовала и жаждала новых развлечений. Второй этап развития цирков с животными относится ко временам Средневековья, где наряду с инквизицией и публичными казнями снова в моду вошли спектакли с дрессированными животными. Так зародились признанные цирки-балаганы, дававшие представления в разных городах. Казалось бы, в 21 веке давно понятной должна быть простая истина. Все, что делается против воли другого существа, это насилие. И рабский труд людей на плантациях, и дрессированные тигры на арене цирка – это показатель очень дремучего в нравственном отношении общества. Но, к великому сожалению, именно Россия сегодня остается пристанищем для цирков с животными, которые теряют популярность в цивилизованных странах. Попробуйте на мгновение абстрагироваться от навязанного нам с детства восприятия номеров с животными как радостного, веселого спектакля и посмотреть на мир глазами самих животных. Представьте себе, что жизнь в привычном для вас мире вдруг оборвалась, потому что кто-то захотел, чтобы вы веселили толпу на арене цирка. Вас разлучают с семьей, лишают дома, сажают в клетку, заковывая в цепи, чтобы вы не смогли убежать, и при помощи кнута, побоев и куска еды вас, против вашей воли, заставляют выполнять всевозможные трюки. Единственная возможность быть на свободе – выход на арену. Все остальное время – мучительный плен. И так до конца ваших дней. Радостная толпа будет хлопать, свистеть и веселиться, не понимая, что вам страшно прыгать в огненное кольцо. А все потому, что сидящим в зале людям родители с детства говорили о том, что вам тоже весело, и вы с удовольствием выходите на арену. Когда же вы состаритесь, вас отдадут в переездной зверинец, где жизнь еще более тяжела из-за переездов по городам в душных вагончиках. На самом деле положение животных еще хуже, чем вы себе могли представить. Все дело в том, что в природе дикие звери живут скрытно, подчиняясь инстинкту самосохранения. Поэтому само пребывание на обозрении толпы для них является сильнейшим стрессом. Для свободолюбивого животного выполнение трюков противоестественно и унизительно. Дрессировщик должен сломать волю животного с помощью страха наказания. Особенно тяжелы для животных так называемые методы жесткой дрессуры – вырывание клыков и когтей, побои, электрошокеры, голод. Я никогда не забуду, как я была в цирке, где были дрессированные собачки. Это было, по-моему, в Ташкенте. Они были страшно худые, вот мое воспоминание о цирке. И эта собачка провинилась, у нее застряла нога там, между манежем и каким-то там еще ковром, не знаю. Надо было видеть, как она бежала по этому рингу, как она кружилась с выпученными глазами, как она боялась эту дрессировщицу. И потом мне рассказывали, как они их берут там и об стенку бросают, когда заходят туда, в гримерку. Это мне просто рассказывали ребята, которые работали в цирке. Я уже не говорю о том, что
рассказывал один врач, как дрессировщик слонихи, он каким-то крючком матку поранил. Это что они делают? И каждый раз, когда я выхожу, сейчас меня уже не приглашают в цирк работать, в концерт сольный, потому что часто мы работали в цирке. Потому что каждый раз начинается мой концерт с того, что если кто-нибудь меня любит и уважает, я вас прошу, не ходите в цирк, где дрессируют животных. Сегодня все больше людей в мире считает выступление с дрессированными животными недопустимой жестокостью. Цирковое представление вполне может обходиться и без животных, как, например, в цирке «Дю Солей», который поразил весь мир своими грандиозными шоу, фантастической эстетикой и сложнейшими трюками. Эквилибристы, жонглеры, клоуны, акробаты, силачи, гимнасты, фокусники – вся вершина человеческих возможностей и полное отсутствие плененных животных, которых Дю Солей никогда не использовал по принципиальным соображениям. Добрый мой слоник, ты извини, в жизни бывают серые дни. Скоро подарит солнце рассвет, выкрасит кожу в розовый цвет, выкрасит кожу в розовый цвет.